А почему Фруня как будто объединяет две идите этих, Кавая и Громыча? Ребят, руки сомкните. Мы опять в одной комнате. Кавай, возьми мою руку вдруг. Блин, реал. У меня рука занята. Со стороны елки, Покорми, покорми Фруню, пожалуйста. О, да. Нормально, все, повыше надо. Оп, вот так. Я в этих играх не участвую вообще. Слушайте, а можно окна Фруню погладить? Подожди, а ну как? Вот. Нет, ты не можешь. Не можешь. Ты не можешь. Ты недостоин. Давай, вот так вот. Пусть его жена гладит. Погоди. Где тут он? Погоди, где? Уп, не поймаешь. Сука, стул заберу. О, ля. Все, ладно, хватит. Real OnlyFans. Так, ну что, покринжовали чуть-чуть? Да, мы готовы? Так, давайте я вам расскажу. Что, давайте стартанем, может, сразу? Что тянуть? А можно объяснить немножечко вообще, что как? Да, сейчас буду рассказывать. Смотрите, вы все вместе одна команда. Будет у вас задача супер простая. Вам нужно будет ответить всего лишь на вопрос и написать мне ответы в Discord. Но самое главное, чтобы ответы у всех совпадали и они были правильными. Понятно, да? В личку Discord. В личку или общий чат? То есть я, допустим, Escape'у скидываю вопрос, он будет вам объяснять, и чтобы вы все, каждый, написали ответ правильный, но одинаковый, самое главное. А он будет объяснять на пальцах, я так понимаю, без... Он будет объяснять без голоса, он будет объяснять как-то нам... На каждый вопрос будет 2 минуты, правильный ответ — это 2 сапки. Но единственная проблема, это то, что вы не будете слышать друг друга вообще, только видеть то, что происходит в Дискорде. А как не слышать людей? Вот так вот вы... Ты не будешь слышать. Снять наушники? То есть, да. Либо снять наушники, либо отключить звук в Дискорде. Какие еще варианты? Ну, а как я отключу звук, если микрофон нужен, наверное? Он же, микрофон тоже выключится? Ты можешь, например, процессор выключить. Ну, как вариант. Процессор выключить? Я лучше наушники процессор сниму. Да, можно наушники. Ну, короче, я думаю, это не проблема. Мы уже это тестили, вроде все хорошо. Так, ребят, вопрос. Стрим как вообще держать, не держать, чат офнуть, не офнуть, а то потом... Наверное, чтобы чат не подсказывал. Да, вот супостат этакий. Ну, смотри. В трансляцию лучше не смотреть, а то... Чат точно нельзя. Стрим тоже... Ну, можешь, в принципе, стримы смотреть, либо Дискорд. В Дискорде, мне кажется, лучше. Потому что ты слышишь, у тебя сразу параллель... Ой, хотя нет, ты же не слышишь так и так. Так что, в принципе, без разницы. Да, все, подожди, разницы, у нас да. На стриме, по сути, то же самое, что и на экране же. Да. С отставанием. Ну, будет стрим? Чуть-чуть отставание там будет, но я думаю, не страшно, окей. Так что, как вы хотите, как вам удобно. Смотрите, я буду вам кидать вопросы. Куда вам удобно, в Discord или в ТГ? Давайте решим. ТГ. ТГ. ТГ, да, удобно. Давай ТГ подготовлю. Так, тогда я сейчас каждому в личку напишу, чтобы поднять личку, чтобы мне было удобно написать. Так, тут один есть. Тут второй есть. Сейчас всех мстителей соберем, да? Пам-пам-пам. Тут. И остался Кавайч. Тут. Все. Так, еще раз, смотрите. Я задаю одному вопрос, он знает вопрос, вы не знаете вообще ничего. Он должен вам объяснить без звука. Можете орать, потому что это все на стрим будет выводиться, это вообще топчик и так далее. У вас будет 2 минуты, чтобы написать мне ответ в ТГ. Можно, да, вы увидите таймер. То сейчас давайте вот покажу вам, прям на стриме. Нифига технологии. И вот здесь сверху будет таймер. Нет. То есть, допустим, если Escape, он вот так будет на экране. Погоди, а куда мне то смотреть? Есть, там и на стриме, и в Дискорде. Типа, куда угодно, Discord, куда, наверное, куда тебе удобно. Стрим, куда удобно. Стрим закрой, просто Дискорд смотри. Тут задержки. Все, понял, нет. Минус один зритель получается. Как он улыбается. Вот так и теряют зрителей. Так, в общем, я думаю, первую минуту будет главный у нас вот тот, кто знает вопрос. А потом я перейду на вот такую сцену, когда всех видно.
Погоди, погоди, вопрос, а кто первый начинает? Ты, ну, видимо, казалось, видимо, что... Почему ты, я? Ты первый здесь стоишь. Да какого хрена на меня ответственность сбрасывают? Ладно, так, чат, хорошо. Давайте, давайте, пока я буду объяснять правила, чат проголосует, согласны? Я последний, я ем. Да, давай. Так, кто первый начнет? А потом по кругу. Так. Кого пустим по кругу первым? Блин, у нас таймер идет, меня, я переживаю. Я тоже это время, когда ты можешь успеть покушать. Это таймер, чтобы ты успел покушать. Все, 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 таймер убрал. Блин, я не успею. Ребята, а можно вкратце описать, что вы там говорили на этом, на подкасте? Или его на Ютубе можно будет увидеть? Ну, мы сказали, что Escape крутой стример, вот, но смотреть его не надо. Escape не пришел на подкаст, мы его ненавидим, мы говорили. Да. Он сказал, что он сам знает, в какие игры ему играть. А вы решили, в какие игры мне играть вообще? Нет, тебя же не было. Так, я запустил опрос. Я запустил опрос, жду, чат. Голосуйте. Голосуйте за Кавая. Голосуйте за Кавая, пока. Погоди, люди голосуют, что нам будут загадывать? Не-не-не. Нет, кто первый начнет? Кто первый начнет? А, ну смотри, сейчас на меня. Чуть-чуть интерактивчика. Ща вы этого эскейпа. Блин, спасибо, ребят, что за меня не голосуете, я просто у меня... Пока эскейп номер один. Погодите, Кавай, как ты будешь думать и есть одновременно? Я многозадачен. А, ты многозадачен. Это в смысле, ты проголосовал за него зашел? Ну-ка, надо тоже делать так. Погоди, а я могу голосовать за другого? Да-да-да. А! Ты, у тебя один голос, а у нас четыре. И что ты нам сделаешь? О, я, кстати, написал Ивр, а не Ир. Ладно, слушайте, лучше опростоволоситься первым, чем зафейлиться последним, скажем так. Поэтому давайте, надо начать с чего-то интересного. Так, ну чё, тогда получается у нас начинает Escape, да? У нас всего будет 8 вопросов, хорошо? Можно до 12 поднять, если вдруг мы быстрее справимся и т.д. и т.п. Не справимся. Не, вообще нет. У меня есть 3 типа вопросов, простой, средний и сложный. Начнем, думаю, с простого. Давай сложный со Escape. Со Escape. Потом вы сами решите, типа, поднять. Давай, я сразу на себя беру весь огонь. Да, прям готов сложное? Да, давай ему сложное, да. Я не угадаю, если что. Давай, погнали. Это ты зря, я не угадаю ничего. Ничего, ничего. Вот когда тебе простой выпадет, Кавай, мы выиграем, давай. Я работаю на команду, ребят. Мы одна команда из Escape, если что, напоминаю. А я типа что? А мы вместе должны выбрать, какой сейчас вариант ответа, типа? Мы должны все вчетвером ответить правильно. Не-не, подожди, а мы вместе выбираем, какой сложность? Давай ты выбираешь, потому что ты будешь... Ребят, сложный, давайте. Все, сложный. Да ты дурак, что совсем. Вот он, якорь в нашей команде. Вот он, ребята, командный игрок, проверяй. На машине сбивает, сложный. Так, сейчас давайте я еще раз быстренько проверю ответы. Я сбивал только тебя, брат. Так, ответы на экран выводятся, все хорошо, таймер работает, все отлично. А почему у меня с маленькой буквы, я не понимаю? Что за, я осуждаю. Это дискриминация. Там ответ. Что за дискриминация? Это хэштег. Хэштеги с маленькой буквы. Это хэштеги ответов. А у всех с большой, почему тогда? Да так, просто ты внизу. У меня с маленькой. Что? Не-не-не, вы про ответы говорите. Да? Я про надпись ответ 3. А, тогда не с маленькой буквы. Бля, реально. Ну, извини, Кавайч. Да все, я не злопамятный, но обиду затаю. Так, я сейчас поправлю, смотри. Он сейчас кому-то другому передаст маленький, а у тебя будет большой. Вот рокировочка. Вот так лучше? Все, это мне нравится. А что за ответ Z? Это 3. Ответ 3. Это я для теста, чтобы понять, какой игрок... Типа 1, 2, 3, 4. Какой игрок выбрал сложное, я понял. Так, все. Пойдемте тогда. Давайте. Бам-барам-барам-бам. Переключаемся на эскейпича. Запускаю и закидываю вопрос Escape. У вас 2 минуты, выключайте звук. Наушники, как бы. Ой, снимаем. Не звук. Снимаем. Да, все. Снимайте наушники, я либо там наушники, в колонках и так далее. Я ничего не слышу. Все. Так, погоди. Я же им еще и мимика, и лица, рта, вот да, это да, могу да. объяснить. Да. Все, отлично. Все, вырубил? Что все, когда говорить? Готовы, вот так сделайте. Мне кажется, Escape говорит им пизда. Блин, да. Там тебя не слышно. Я угадал. Блять, как волнительно, не могу, пиздец. Так, что-то он молчит. Да? Очки. Повязка. Черепашки-ниндзя? Чипса? Чего? Нет. Так. Микрофон. Он не может выключить. О, что это? Маска или что это? Говори. Очки для плавания. Начни уже хоть что-то показывать. Он говорит, подожди, ал.
Не по, я по губам не умею. Киберпанк, киберпанк, киберпанк. Я его киберпанк, не понимаю. Киберпанк. Па-па-пау. Киберпанк. Маска? Это ответ правильный? Подожди. Киберпанк. Как... Ты пытаешься сказать ответ нам. Я ничего не понимаю. Заебись, вообще, не понял. Понимаю, просто охуительно. Заебись. Киберпанк, заебись. А, ты мигни, это маска? Киберпанк. Правильно? Сколько задержка? Три. Третья часть. Три слова? Уже? Ведьмак третий? Что? Да, блядь. Водолазная маска? На воде? Вау. Что? Плавает такой аквалангист? Что хуй это? Его знает, что? О, что это такое? Я ничего не понял. Три что-то какие-то движения, волны. Три волны. Киберпанк! Киберпанк! Мамма мия! Да, что? Киберпанк! 30 секунд! Ты нам ничего не показал за 30 секунд! Заебись, блядь. Вот сейчас он сказал заебись, блядь. Что там, Ирвин? Я заебись. Не понимаю, как Ирвин там читает его. Киберпанк, заебись. Фейк. Что это за жесты одинаковые? В пизду, киберпанк, короче. Больше нихуя не понял. Эх, пусть будет такой вариант. Нахуй, блядь, неправильный по-любому, потому что я вот это не понимаю. А как понять, когда можно... Фруня, дай знак, когда можно наушники надевать. Я просто не понимаю, как бы ничего не слышу. Когда время в секундах. Можно? Так, можно? Все, одеваем. Мне прям максимально интересно, что это было, потому что я там вообще ничего не понял. Я вообще ничего. Три волны какие-то, очки. Так, ничего. Сейчас все напишите. Ничего, ребят, ничего, это сейчас было самое сложное, ребят. Пишите ответ, пожалуйста, в ТГ. Можно, да? Да-да-да. Ну, я написал, но это явно неправильно у меня будет. Но Ирвин что-то понял. Ирвин что-то понял. Ирвин понял прям вот как надо, я так скажу. Я вообще ничего не понял, нихера. Да, ты. Так ты, товарищ ведущий, а смотри, участник, который нам объясняет, он может нам махать, да или нет? Да, все да, может, все. Он да. Вас не. Escape, только включи, пожалуйста, сейчас микрофон на стрим. То, что в Дискорде тоже вырубил. Подожди, чтобы чатер сослышали, что ты говоришь. То есть мне, если я буду, допустим, показывать, мне нужно вырубать микрофон в Дискорде, правильно я понимаю? Нет, нет, нет. Тебе нужно просто звук вырубить, чтобы ты не слышал. Но на стриме тогда все должны слышать. Ты просто снимаешь должен. Наушники и все. Просто если не думай, просто сними правильно. Наушники и все. Просто снимаешь наушники и все, больше ничего не делаешь. Нет, если объясняю, я бы пять раз уже говорю. Не ну слушаю. Да, я говорю, все время у тебя микрофон включен, но когда мы начинаем раунд, ты снимаешь наушники и все. Блин, надо было... А ебаный меня... рот, он говорит, когда он начинает объяснять, он да говорю, всегда, всегда мьютит, включен, всегда включен. Эскейп, включен, включен. Он не мой, он не глухой, то есть только наушник, вот, в этом тема. Да, чат должен слышать вас. Чат должен слышать. Ты показывать должен. Потому что чат должен слышать, когда орешь. Подожди, а Эскейп звук вырубал, когда он объяснил? А, я микрофон мьютил. Он не должен был, он не должен был. Из-за этого... Чат должен слышать. Вот-вот, я из-за этого сказал ему, чтобы он в следующий раз включил микрофон. Да. Все. Так, ну давайте. А, начнем с Эскейпа, потому что он начинал. Я не хочу получить ответы, блядь, не дай бог. Да-да-да. Первый. Это неправильно, я вообще не понял, что он имел в виду. Так, вообще, с чего лучше начнем, с вопроса или ответа? Давайте ответы. С ответов, а потом вопрос. А потом давайте. Ответ уже. Тогда Эскейпича пропускаю, потом увидим. Так, Ирвин, твой ответ. Чё? Киберпанк. Очевидно, киберпанк. Он такой, фух, а киберпанк, блядь. Вот это киберпанк. Что такое, блядь? Что это за волна была? Чего? Где там киберпанк? Где-то там волна, блин. Какой киберпанк? Чё? Киберпанк же, это точно. Ответ Ковайча, да? Аквалангист. Я, короче, фигню написал, сразу говорю. Я извиняюсь, не берите. Ну мы ж, блядь, это не самое смешное. Аквалангисты, сука, мы ж игры не проходим, блядь. Это не самое смешное, сейчас самый смешной вариант будет, да. Правильный ответ, стример был? Нет. Нет. Киберпанк. Погоди, я ничего не говорил тебе. Все, подожди, майнфак будет на ком. Не может быть. Так, Громыч, твой ответ? Да, это забей. Сигара.
Ну, это похоже было, согласен. Это, знаешь, как будто кто-то курит, вот это он показывал, вот это, типа, курит, и, знаешь, вот это, типа, фу, не кури. Нет, ты не понял, вот это фирменный жест, вообще-то, эскейпа, это ничего не значит. Да. Или вот это вот. Да, ребят, я взял... Сейчас все нормально будет, сейчас я вам объясню, вот, смотрите, вот это вот. Показывает. Блин, короче, я понял, что мы сегодня не угадаем ничего. Озвучим вопрос, пожалуйста. Так, и эскейпич ответ... Вот такой. Фантом Либерти. Киберпанк, Фантом Либерти. А я не знал, что это такое. Ребят, три буквы, DLC, киберпанк. Вот Ирвин думал правильно, типа, но как-то я не дотянул, видимо. Погоди, а почему три буквы? Я думал, вы по губам прочитаете слово, но вы, видимо, вообще не туда думали, и вы забили хуй на это, да? Вообще не то. Пиздец, я читал много раз. А я матерился просто, пока ты не угадывал. Ну, я прочитал этот пиздец, да. Маты понятно там было, кстати. Да, маты было понятно. Ну, я думаю, будешь маты нам загадывать, просто мне кажется, мы тогда победим точно. Бля, точно, да. Маты можно, да. Короче, вопрос был такой. Как называется... Самое сложное позади, давайте теперь. Ваша очередь опростоволосится. Да, короче, вопрос был, как называется новая DLC в Киберпанке 2077. Блядь, я даже не знал. А если я не знаю? Я тоже не знаю. Кто-то из вас точно знает. Я знал, в этом и суть шоу. Вот этому молодому человеку, где он там, вот я, он там долетел. Это не помогло, да? Вот он там, да. Вообще не помогло. Погоди, ладно, хорошо. Как бы вы, показали Фантом Либерти, вот ответ? Я даже не понял бы, что это такое. Да, на то типа, сложный вопрос. Фантом такой, фух, и исчез, да? И вы такие, бля, он исчез. Фантомас, да? Я считаю, что никак. Угу, угу. Никак вон, такой не Ирвин, ну, Ирвин, да, я да, говорю, да, пока я его вижу самым умным в команде. Так подожди, так вот крокодил играем просто. Не, мы не спорим, что Ирвин самый умный. А зачем мы сделали наушники тогда? Да. Мне нравится, как вы хорошо подготовились, ребят. Великолепно. Но это не мне говорите, я вообще замьютился. А в чем отличие от крокодила? То, что мы других игроков не слышим, да? Но это же сложнее в 10 раз. Отличие от крокодила в том, что мы не животные. Погоди, крокодил рептилия, не рептилии. Крокодил — это игра такая. Да. Ну, короче, то, что в крокодиле нельзя ничего говорить, а здесь тоже ничего нельзя говорить, но во все вокруг тебя слышат и угорают. Смотри, это тема типа смесь крокодила, наверное. А можно мы к следующей перейдем? И самое главное — коопа, потому что вы должны написать один ответ вместе. Ну, то есть это в три раза сложнее крокодила. Мы не выиграем ни одного балла, ребят, сорян. Ну, не выиграем. С тобой, да, конечно. Давай, тащи замолчать. Главное, запомните. Запомните. Так, ну что? Ой, пизду. А я предупреждал. И то, что можно головой крутить, что типа да, там, типа, да. И сразу все говорю, что ладно, буквы там А, Б, В и так далее нельзя показывать. Ну понятно, показывать нельзя, да, я понял. А ну, написать на бумажке ответ можно? А, показывать ответ? Да. Показываешь такой. После как 2 минуты прошло, то да. Вот оно. Так, ну что, Ирвин, какой вопрос выберешь ты? Легкий, может быть? Давай легких, хер с ним. Проверим, это вообще возможно. Я хорошо показываю, но нихера не угадываю. Давай. Давай. Так, тогда я сейчас выберу тебе вот такой вот вопрос. Так, ну что, стартуем? Давай. Только мне так, уши. Я сейчас тебе пришлю. Уши снимаем давай опять. Так, ну, начинаем. А может, он бы что-нибудь сказать? Я чисто проверю. Раз, два, три, раз, два, три. Не слышу, все, отлично. Давай, откроешь. Блять, я хуй его знает, кто там. Ну ладно, надеюсь, чуваки смотрели. Блять. Короче. Что это такое? Два слова. Это карты? Карты? Дурак? О-о-о. Игра в дурака? Что это такое? Пять карт? Ну, как, покер? Лишняя. Покер? Это покер. Покер. Это покер. Ребята, покер. Покер, ну говорит. Покер. Ну это нет, очевидно. Нет, покер, да? А вот. Покер, покер. Ну смотришь карты, ты смотришь. Подсматривает карты. Комбинация. Комбинацию смотришь. Блять, он с нами в покер играет. Что он делает, блядь? Косынку покер раскладывает? Что это такое? Покер. Ну покер, я... Покер. И... Это первое было. Это первое слово покер. Покер. Пять букв. Покер. Колода? Карта. Блять. Покер.
Король. Король, карта, король. Валет? Ну, покер, блядь. Топ, король, покер. Чемпион. Чемпион, самый сильный, ёпта. Чемпион? Победитель по покеру, Вудуш? Покер, чемпион. Покер, чемпион, покер. Сука. Король покера. Король, блядь, сука, чемпион, нахуй, всех. Что это такое, король, нахуй? Чемпион? Что он показывает? Что покеристом, блядь, вот играли. Покер, покер. Играли. Ну, покер, чемпион, блядь, победили. Зачем? Что блин, это блядь, такое? Чемпион. Это чемпион, король. Я король, блядь. Твою мать, я эту хуйню сейчас показываю. Не понял. Подожди. Король, блядь. Покер, чемпион, король. Вот, всех восьмерых. Победитель покерного турнира, может? Не покер. Понимаю, кто? Кто из них? Самый сильный. 21, может быть? Сильный, блядь. Ва-банк. Ладно. Ну, удачи вам, блядь. Пизду. Это нихуя не простой вопрос. Хуй покажешь, блядь. Фруня, мигни, когда можно писать ответы. Можно, можно. Можно, да? Можно надевать наушники, да? Да, это было хорошо. Кто-то что-то понял? Да, вроде как. Блядь. Так, Размик, ты не передумал с ответом? А тот так заранее написал? Да. Окей. Ну, он был уверен. Так, давайте я вам намекну, Вот чуть-чуть намекну, все вопросы будут связаны либо с Твичом, либо с играми. Да-да, можно. Может. Это хуй объяснишь, чуваки, блядь. Вы слышите, да, все? Я слушаю. Про покер-то понятно, но кто... Про покер понятно, но типа король там, может быть, какая-то комбинация. Тихо. Интригу держите. Что думаете? Ладно, давай сначала ответы. Я просто думал, что это какая-то комбинация, вот тебе добавлю, что он какую-то комбинацию объяснял. А я думал, что это просто, ну, одно слово и все. Либо он показывал, что типа там какой-то чемпион по покеру, ну вот второе мнение. Он что-то сильное показывал. Блядь, ну, я знаешь, я почему-то подумал сначала про Вудуша, но... Блядь, так, Ирвин, давай. Если я не смотрю покер, блядь. А там хуй, я хуй знает, блядь. Я вот, например, не знал ответа, поэтому я знал такой вопрос. А, поэтому он переспросил, разве ты уверен с ответом? Нет, я не уверен теперь. Подождите, а почему мы обсуждаем, если нам надо правильный ответ? Давай, Кавай, я жду. Вообще-то он должен уже нам объяснять, но он, видимо... Ирвин, Кавай, жду. Давайте. Там же, ну, типа, можно писать уже. Можно услышать если... ответы, господин ведущий? Да, сейчас. Я жду ответ от Кавая и от Ирвина. Просто от меня? Ты тоже пишешь, Ирвин. А, ты от меня ждешь ответ? Да. Ты тоже пишешь, да? Ты тоже сам должен угадать. Я же не знаю, кто это. В этом и суть шоу, потому что ты не можешь знать иногда ответы, тебе нужно донести этот вопрос и потом всем написать ответ. Уважаемая команда, я, кстати, рассказываю, это был легкий вопрос. Я тоже так понял. Не, легкий. Легкий, это легкий был. Да, это по-моему, Фантом Либерти было угадать проще. По-моему, да. Да? Окей. Значит, баланс еще раз переделаем. Не, ну Ирвин хорош, вообще без вариантов. Ну почти, согласитесь. Я думаю, еще минута бы. Ну да. И мы бы полетели бы, правильно. Слушай, скажи, просто сложность понизь в следующий раз, и все. Во время объяснения можно ли использовать какие-то подручные предметы, вот которые, вот, допустим, у меня в комнате где-то там? Ну, я считаю, что не стоит. Блять, если так, то мы вообще в жизни ничего не выиграем, это точно. Это наш последний шанс был. Он просто бережет цапочки, все нормально. Да. Все нормально, да. Так, я сейчас быстренько отзеркалю вебки Escape и Ирвина, потому что мне сейчас... Зачем? Мне не нравится, что вы смотрите в разные стороны. Я не посидел. А, теперь мы будем смотреть друг на друга, спасибо, братан. Мне нравится, что трансляция вырубается. Да, сейчас я переключу. Я не против, конечно, Ирвинович красавчик, но странно будет выглядеть. Ой. А ты его перевернул, красава. Великолепно. Отзеркалил. Каждый раз забываю, что из них что. Можно меня не переворачивать, я тряски боюсь. Во, все, класс. Оп. Ой, здравствуй. Все. Здравствуйте. А, нам-то что, мы искаем вообще в одной комнате, да, дружище? Ну, здорово, коллега. Давай, кулачок. Ой! Так, ну давайте, ответ. Вот вам везет, вы его можете... Ответ эскейпича. Ответ отомстить ему. Эскейп сказал покер. Да. И в чем я был неправ? Мне кажется, не совсем оно. Так, Аваич, флеш-рояль. Ага, рояль. Ай, блин. Громыч, Фулл Хаус. Пошли. Ну, согласитесь. Флэш Рояль сильнее Фулл Хауса, ты чё? Так мы, я не знаю, какая комбинация там может быть, понимаешь?
И я просто ответ... вижу, ребят, посмотрите на Ирвина, сколько он такой, бля, как же вы меня подвели, Я понимал, что вопрос, хуй кто угадает, блядь. Ну, потому что ответ Вудуш. Я тоже потому, что а Вудуш. Как объяснить Вудуша? У меня вопрос. Он именно победил игру по покеру. Я же теперь могу говорить, что мне там ты написал, да? Да-да-да. Вопрос был, кто победил ивент по покеру со стримерами и комиками? Я пытался показать, что покер, блядь, 8 человек, и кто самый сильный, кто победил? Я просто... Ну, это надо было догадаться, блядь, что это вот я имею в виду последний турнир. А ты пробовал сказать губами слово «чемпион»? Нет, нет. Там надо было, знаешь, я бы показал как. Вот с покером понятно, с картами было. Покером понятно. Надо было показать, типа, ну, наверное, вот как играешь там, не знаю, Дима. Не буду, да хуй знает, кто там победил. Так кто победил? Я сломался, когда он показывал Вудена, внимание. Вудуш победил, да. Ты угадал. Вот это вот я типа показывал, корону хотел показать, но понял, что у меня идея. Я сразу подумал, покер, коронавирус, 19-й год. Вот этой короной ты запутал нас вот по комбинациям, наверное, скрываем. Да, мы такие, так, а их там комбинации же типа покерная сильная, самая сильная. Они сразу подумали про комбинации, потому что они смотрят. Я сразу подумал про покер. Я вообще не думал, что там какие-то вудуши, чемпионы и все. Я думал, ты уже карты показывал. Не, мы не угадали, даже если бы пытался показать, что чемпион... Угадал. И что бы это дало? Надо было герои 3 показать, тебя мы сразу угадали бы все. А я не знал, что он... Я не смотрел Вудуша, кстати, вообще. Блин, короче... это, между прочим, палка в твой огород, Фруни. Да-да-да. А вы что думали? Просто так сапки, получите? Это легкий вопрос, держу в курсе. Так, вы сейчас коннект поймаете, уже близко, согласны? Гром в какой-то момент даже сказал Вудуш. С этим, с названием стрима не это... Потому что мы глухой, мы не глухие, а вот насчет тупых это. Заткните его кто-нибудь. В этом и суть, А в какой-то момент, даже где-то, по-моему, даже минута прошла. Гром сказал, это Вудуш. У него уже был коннект. Я что-то такое подумал, да, что типа про турнир. Я считаю, что чуть-чуть не хватило. Так, ну что? Ну я не. Мы же не слышим грома, блять. Как мы могли тоже догадаться? Это всем надо правильно ответить. А вы понимаете, что сейчас Кавай будет нам показывать? Ой, ребята, можно сразу пропустить меня, если что, я не. Так, Кавай, у тебя будет супер простой вопрос. Все. Я выбрал супер простой вопрос. Давай, я верю, что ты сможешь. Мне надо снимать наушники. Да. Чем надо? Все то же самое. Надо. А потому что ты будешь слышишь, потому что ты будешь слышать Эскейпа, Ирвина и Грома, когда они будут говорить, это и ты можешь типа да, 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 вот. Да, угадали. А, типа. Нет, ты не должен правда, читать. Нет, так, Но Эскейп-то там нам показывал что-то, когда мы говорили. А потому что он я видел наоборот, Ирвина. Не замьютил микро, но не выключил звук. Я вообще красиво сделал. Читер, который все равно не считерил. Вот, ну теперь я все правильно делаю, давайте. Так, ну что, следующий давайте погнали. Вопрос. Я снимаю наушники, да, все? Да, да, да. Да. Ты мне напишешь в телегу, все правильно? Все снимаем, да, в телегу все, напишу, тебе сейчас вопрос. Пизда, шатал. А, бля, меня что, тебе похуй. Пизда, шатал. Удачи, товарищ, так, удачи. Что там у него? Бесконечное лето? Громстер. Я. Громстер, вот этот чувак, Громстер. Руня, Пикачу, Громстер. Покемон? Громстер. Пикачу, Покемон? Да ты, ёпта. Ты улыбаешься, мимика, Пепе. Харизма. Пепе? То лягушка? Эмоции. Пепе? Пепега? Ну, похож на Пепе. Эмоции, смайлики, эмодзи. Пепега, зеленый, да? Пепега. Лягушка. Блять. Лягушка. Лягушка? Что там этот говорит? Лягушка. Как? Лягушка. Кто? Крокодил. Пепега. Я, да? Пепега. Пепега. Пепега, походу. Пепега, ну. Ну, это смайлики, эмоции. Эмодзи. Смайликов что-то? Из пепега смайликов? Пепесет? Ёпта мать, вот это круто. Большая пепега. Смайлик, собака. Пепеги, смайлик, собака. Улыбку покажи, улыбка, да сука, улыбку покажи. Блин, улыбку покажи же. Какой смайлик? Пепе клоун? Клоун, блядь. Кто? Вот это вот. Куда вообще пошел? Не понимаю. Блядь, что это нахуй? Ой. Что это за хуйня, блядь? Смайлик. Поняли, блядь, что ли, смайлик. Смайлик. Пепеги. Сука, как объяснить? Смайлик, блядь. Смайлик. Жабка. Ну когда он вот так тук-тук-тук. Пепе-жабка, блин, как это им объяснить? Много смайликов. Не понимаю, блядь.
Ну, еще, конкретный, конкретный смайлик должен понять. Прыгает, смайлики, громко. Да, вот смайлики, так, ты понял, что смайлики, да, и грустные, всякие смайлики. Там. Ответ пишите, гении, блядь! Блядь, да что с этим смайликом? Ну, да? Что это за смайлик, блядь? Время я не понимаю! Я не понял, блядь. А могу надевать наушники, да? Ёбаный свет, может, блядь, ёбаный ты рот, блядь, этого... Так, ну надо написать... Пишите ответы. Максимум, ребят, сорян, слушай, мне кажется, вот этот вариант был очень охуенный, вот это движение. Вот это движение, единственное, что я не понял. Это движение как раз-таки основная подсказка и была. Ну, что нужно угадать, что нужно какой ответ дать. Я так понял, что мы сейчас обсуждать, мы это... обсуждать не можем сейчас. Ну, чуть-чуть можно. О, окей. Прямо то есть изначально то, что я показывал, это было, ну, первое, что вы должны были понять, а второе — ответ, который вы должны дать. То есть, условно, ответ именно вот заключается вот в этом, во втором движении. В чем? В том, что ты рукой делаешь вот так? Да. Ты проехал мимо нас, типа, или что? Погром, он же на меня показывал, погром. Ну, на тебя он показывает, я думал, Громстер. Он такой, надул что-то, лягушка. Ну, ладно, такой, окей, все у нас обсуждение. Давайте, пишите ответ. А то сейчас мы сейчас это... Ну, типа, я уже написал, я жду уважаемых господов, которые опаздывают, блядь, на полчаса. Ну, я думаю, кто-то должен угадать, мне кажется. Ты, кстати, Кавай тоже ответ пишешь, ты в курсе? А! Фу, точно. Я написал. Блин. Может быть, он имел в виду Чильстера? Тогда показывал. Да, Гром. Да, сейчас. Блин, Кавай, тебе надо было показывать, наверное, на картинку над Громстером, которая, понял? Ты ж про нее, да? Вон у него картина. Гром, ты как... Я не могу ответить тебе, потому что... Все, все написали, можете... Я просто не знаю вариант. Ну, я, короче, какой-то из маленьких конкретный. Но, возможно, ты нам вообще не ты не знаешь, правильный он или неправильный, поэтому ты можешь сказать нам. Мы тоже не знаем. Но я думаю, что какой-то из маленьких... Выдержать интригу до конца. А, да? Ты две минуты выдерживал интригу. Слушай, кстати, интригант, если мы все неправильно пишем, то мы уже проиграли. Так понятно, естественно, мы не выиграем ни одного раунда здесь, я не сомневался изначально. Скам-шоу надо было назвать, да? Ребят, заметьте, это говорит, говорил, это самое лайтовое вообще, что тут было. Нет, это действительно было лайтовое, на самом деле, просто я не умею вообще играть крокодила совсем, просто вот вообще. Великолепно. Я предупреждал, что меня нужно звать на такое. Подождите, ору просто. Так, давайте. Че? Почему, вот... Кавай просто не смотрел ни разу громкий вопрос. Ну как он идеально вписался в... Вот прям вот копия громкого вопроса. Это в Позова. Который тоже нихуя не понимает. Ага. Плюс в чатности видите это. Великолепно. А кто из нас Арсений? Пока не знаю. Думаю, Ирвин. Наверное, Ирвин. Так, ладно, давайте. Сегодня я Арсений. Какая разница? Эдкепич, твой ответ... Пепега. В смысле, я ж потом дописал, нет? Или правильно надо? Да, без разницы там. А, ну все, хорошо. А, похую вообще. Все равно я приму. Ирвин, я надеюсь... твой ответ. Я смайлик. Надеюсь... Да, блин. Ну, ясно. Ну все, ну, ГГВП. Громчик. Арсений, блин. Ну, смайлик. Я вот этих двух соединил вот там вот. Бля, и Ковач, вот Пепе. Да, прикинь, лягушка поняли, это Пепе, это а Громстер он Пепекстер, типа, прикинь. Я не знаю, как Бля. О, мой гад, у меня была, была же мысль. Ой, бля, это правда. А подожди, как бы вы показали лягушку? Можно мне вот эскейп, покажи мне мастер-класс? Ну типа прыгает. Ну, да, да, вот это понятно. Нет, блядь, она у тебя по воздуху ты прыгает, ты руку подставь. Она у тебя хуярила, как камень, блядь. Я подпрыгнул. Тоже про камень думал. Я не знаю, я, блядь, его не умею. Покажет, идите в задницу. Все угадали, кстати, кроме одного человека. Я молодец. Я молодец, ничего не знаю. Я, блядь, ничего не умею. Все, мы сидим, что? Кого? Она по воздуху плывет, что? Они угадали. Я понял только аналогию, то, что когда он показал, что это смайлик, понятно было. И он показал на меня. То есть, какой-то из моих смайликов. Ну, тематика моего канала это Пеппа. А знаете, вопрос какой был? Ирвин. Давай Гром, да? Он же внегласно Пепекстер, да? Пепеградстер, хрен знает. У него чатик называется Пепеградстер, блядь. Его нету в моем чате. Так, тихо, давайте. А, ну все, вот импостер сразу. Ребят, вопрос был следующий. Главный маскот канала Громстер.
Что? Ирвин заруинил нам карточку. Главный маскот канала Громстер. Вопрос. Понятно. Вот он и. Ну согласитесь, легкий вопрос. Погоди, а ты все это время показывал нам ни хера не лягушку, а маскота канала Громстера? Ну Пепе я показывал. Лягушка. Это он показал на меня, я показал смайлик, показал его эту лягушку. Я просто хотел бы глянуть, как Кавай показывает нам слово маскот. Ну чё, не надо. У меня, кстати, есть идея уже по поводу этого. Все, ну Гром, чё, давай, тащи нас, брат. Да куда тащить на дно? Так, на дно, ну чё, Гром, на дно. Готов на дно тащить легким вопросом? Да, давай. Так, снимаем, да, все? Да, снимаем. Ща я вам, блядь, покажу лягушку. Попрыгаем тут в комнате. Нам пизда говорит? Блин, надо было, короче... А, меня не слышно. Ой. Да, ладно. Так. Жду вопрос. Короче, чат, надо было самому попрыгать, поняли? Вы поставите попрыгать, как лягушка, как не угадали. Ну давай, Громыч. О, говорит, легко, легко. Геймер. Игра или геймпад? Триммер. Ходит, управление. Ну, бегает, платформа. Управление. Пацаны, короче, играешь, но на скорость. Ходит, бег. Играешь на скорость. Быстро. Ходьба. Понимаете? Спидран. Управление в игре. Как называется? Геймпадом управление. Быстро геймишь. Быстро играешь в игру. Бежать геймпадом. Спидран. Бегает. Что? Бегает. Блять, как вам показали. А, играешь в любую игру. Видеоигру. Играешь в игру. Текущий полезный. Быстро проходишь. Бежит. Ну, хорошо, бежит. Торопит, окей. Спидран, блять. Бежит нахуй сейчас. Вместе как с нашими. Пробежать, что ли, по комнате вам, блядь. Что там? Райт бегает. Игра. Бегает. Не знаю, там клавиатура, мышка. На скорость. Бежит. Либо платформер. Спидран, да. Спидран. На время проходит. Играет, да, на время. Ирвин, а если нихуя не понял, как обычно, на время. Время. Играешь, блядь, сука. Таймер, блядь. Блядь, нахуй тебя. Кстати, он объясняет одному Ирвину, нам жопа забей. Там они искатели, я могу уходить. И играешь, блядь, по таймеру, сука. Играть и время. Таймер! Ладно, я, короче, игра на время, блядь, что? Да, говорит. Да, короче, управление с геймпадом. Быстро проходишь на время. Эй, блядь, все, завалили. Все, да, можно? Это все, что я понял, блядь. Я надеюсь. А можем надеть наушники? Гром, если я правильно ответил, ты хорошо очень объяснял. Я думаю, что Кавай и Ирвин 100% поняли, а Эскейп нихуя не понял, потому что я не играл в то, что ты показывал. Нет, потому что ты этим не занимаешься, а у них вот есть немножко такая тематика. Правильно я понимаю, что ты показывал не игру? Правильно? Ты показывал немножко другое. Действие с игрой. Бег. Блять. Я неправильно ответил. Ясно, блядь. Вот это вот что значит? Вот это вот то, что Ирвин показывал, вот это что? Гром, пиши ответ, Ладно. Ну, я написал много чего, но, по-моему, бег там был. Главное, мат не пиши. Сейчас не влезет, пиши, да. Короче, в экран то, что я написал Фруне, да? Ну, короче, я понял, только Ирвин понял. А ты можешь, вначале Гром, говорить понял, одно слово, блядь? Гром, я понял, я не... Оно одно. Неправильно. Ну, нам надо было это знать, братан, потому что я написал три слова. Ты можешь по-разному ответ дать, и это будет правильным вариантом. Конечно, хорошо. Давай, Фруня, можно? Давай сразу же эскейпича, да? Да, сам. Да, давай. Давай с моего сейчас. Давай. Блять, ты чё, блять, ты пиздец, я руина. Погоди, а когда время показывали, ты ничего не подумал? Когда я на таймер хуярил вот туда вот вверх, ну, таймер, я думал, посмотри. Управление временем, типа. Правильное время, правильный ответ, управление, бег, геймпад, время. Ну ты чё, эскейп? Ну ты чё? Бег во времени, блять, что это? Bullet time, что ли? Тайм-шифт. Сейчас поймете, если Ирвин правильно написал, сейчас поймете. Ой. Да я тоже, скорее всего, правильно ответил, как я понимаю. Ну, типа... Но я бы засчитал.
Ну, хоккей, да. Ну, и здесь, я думаю, все очевидно. А, окей. Вот так. Ну, короче... Я не понимаю одного. Нормально, нормально. Короче, как называют прохождение компьютерной игры за наименьший промежуток времени? Управление бег геймпад. Вот не, ну единственное, что да, я протупил, но Ирвин мне подсказал показать на часы. Я начал уже в конце на часы показывать, что, ребята, время, время. Я такой, бля, время, мы должны быстрее угадать, при чем тут время? Он играет и время, наверное, что он управляет голове, временем, ребята, в игре. Ну это принцип версии пески времени, наверное. Нет, да, блядь, это да, управление геймпад. Ну, вообще, у меня была логика, что я показываю человека играющего, и он как бы, ну, на скорость проходит, быстрее я, проходит. Я, кстати, сразу все понял это, прям с первого. Я понял, раз, играет у геймпада у меня и бежит. Была. Блин, ну просто показать, что когда человек вот играет... Когда показывать, вот так я бежит. Догадался. Да, да, бежит. Типа, ну, смотрите, объяснить, что человек играет на клавиатуре мышки очень тяжело. Вы бы подумали, что я там что-то печатаю, например. Да. Ну. Да. Не, а геймпад не это именно связано с игрой. То есть геймпад это значит, что он что-то играет. Да, да. Не, да, да, поэтому управление бег геймпада. Ребята, ведущему плохо, ладно, он умирает. Ведущий там, мне кажется, вообще... Может, замена ведущего. Он не умирает, он радуется, что он сохранил свои бабки и причем сделал это на халяву. Принесите нового ведущего, пожалуйста. Да, бля, что, я опять буду объяснять? Ох, сука. Да. Ты меня не видел. Так, ну ладно, пока на счет 1-1 с эскейпом, блядь, по руине. Ой, бля. А кавай. Парни, вы огонь. Вы потом обязательно пересмотрите. Я, блядь, нихуя не знаю ни одного вообще правила, но я объясняю. А я не смотрю покер. Тут собрались вообще. Слушай, слушай. Разношерстные люди. Пепе мы тоже угадали как-то через кавай, а вот ты не угадал. Либерти мы не угадали, поэтому ты руина. Ну, учиться, да. Так, ну что, вы хорошо держитесь, да? Так, я чуть твои шапки держатся хорошо, а мы-то не очень... Или да, микрофон вставляем. Эскейп, какой вопрос сначала? Легкий, средний или сложный? Давай сложный, ребята постараются объяснить легкий. Да. Понятно. Не, вообще, ребят, хотите я легкий возьму? Все ради вас. Подожди, куда ты наушники снял? Одень обратно, блядь. А че? Хотите я легкий возьму? Ну, конечно, хотим. Осталось два легких вопроса осталось. Чего? Два легких вопроса. Вот, да, давай эскейпа. Оба. Мне один оставить. Не-не-не, два эскейпа легких. А, давай, все нормально, эскейп, давай. Я тебе средний вопрос возьму, он легкий, мне кажется. Заебись, дай легкий, я тебе дам средний. Я тебе дам, я отвечаю, ты объяснишь. Я отвечаю, ты объяснишь. Все, давай, хорошо, я мьючу микрофон. Остальные заруинят, давайте. Все, давайте, снимаем. Так, я сейчас показываю, я что делаю, наушники мьючу или что? Все, давай. Все, все сняли. Чё? Так, я снял наушники. Все, я ни хера никого не слышу. Вроде давай. Поехали. Так, это Фигун показал, да? А, он вопросы не видел еще, да? Ой, мне кажется, нихуя не простой вопрос, блядь, суть по его лицу. А, ну, человек смятение, блядь, это точно. Смех? Так. Смех? Нихуя не знаю. Охуеть, объяснил. Невидимка? Человек-невидимка? Что это, блядь? Может быть? Он 20 секунд просто гулял. Нет отсутствие. Нет. Нет пизды. Чего? Чего? Я это понял, так? Все я вопросы к Фуне, он потом вам зачитает вопрос. Ребят, о, что такое? Нет, типа нет чего-то? Нет. Ребят, пизды. Нет. Пизды нет. Нет пизды. Все. Чего нет? Нету пизды. Все. Погоди. Вот это. Да, давай, да, это пизда, да. Ты ее видел в жизни много раз. Вот это? Ну, кому-то что-то рассказываю. Нет пизды. Нет чего? Нет. Нет. Пизды. Все. Просто вагина, да, он показывает или что? Ребят, вот, ну по пизда, словам, ну ёпта, говорит, мать, том. Вот это, вот. Ну, ну что, дураки, что ли? Ну, нет. Да, нет, 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 пизды. Ничего, что это значит? Типа член? Нет, нет, вот этого у женщины. Понял, это... Нет, пизды, все, давайте. Это вагина. Пизды. Я пошел это писать в ответ. Ее нету? Нет! Я ничего не понимаю. Пизды. Ответ, типа, какой ответ? Член? Пизды. Не-не-не. Давай, я по буквам Т и С, да, давайте. Вопрос загадать. Пизда, да! Да, пизда. Да. Что отвечает кавай на слово да? Пизда, блядь, как старый человек. Ее нету, парни, я что понял, ее нету. Нет, пизды. Пизды нет. Вот, вот,
Нет пизды, да, именно так, Ром. Что это такое? Это матное слово получается. Что? Я ничего не понимаю. Что ведущему писать? Блядь, если сейчас это напишу, блядь, меня забанят. Ладно, я напишу, я рискну. Чё это? Так, время. Можно размьючу? Хорошо, я написал. Во-первых, ответ, Фруня, ребят, еще, Фруня где? Полный говнюк. Но. Я вам отвечаю. Зачитай сразу вопрос, блядь. Погоди. Не-не-не, подожди, не надо. Ладно, давай ответ. Ну, если я так понял, то без... Ну, подожди, да? я так понимаю... Давайте, пиши. Подожди, правильно ли... Ирвин, Гром. Нет пизды, ты говорил. Да! Да? Нет, да. Я тоже да! Хорошо, окей, тут я прочитал по губам. А теперь вопрос, правильно ли я ответил? Это правильный ответ, братан, по-любому, я в этом уверен. Если нет, вопросы к Фруне. Он сформулировал, как... Фруня как, блядь, не мог загадать, какой нашел, мне кажется. Не, ну это... Ребят, это... вы охуеете с вопроса просто. Я удивился, в смысле, ты говоришь, нет. И я вижу, ты прям пиздец, ну типа пиздец. Ну, прям. Да, если потом да, ты, да. Потом он, блядь, подождите, типа, стойте. Я в Кавай, Громе, сейчас уверен. Ирвин, а что написал ты? Нет, эскейп, я нет ответил. Давай, эскейп, сначала зачитаем вопрос, а потом я покажу ответ на этот вопрос. Давай. Читай. Давай, блядь, давай. Ребят, это был средний вопрос или легкий, хуй знает. Очень легкие. Давай, я эскейп. Буду материться, я негодую. Ну-ка. Эскейп, читай. Что читать? Ты читай. Вопрос. Ты да чё я? Давай ты. А, я читаю, окей. Ребята, вопрос. Причина, по которой Геральт не подружился бы с Гледос. Чего? Кто это? А кто такой Гледос? А, из Портала 2. Геральт? Глаша Гледос, Геральт, которая проводила эксперименты. И из первого Портала тоже. А кто такой? Она робот, держу кто в курсе. Кто такой Геральт? Геральт из Риви, блядь, ведьмак. Так я не играл в ведьмак, откуда я, блядь? А я тебе чё, я тебе объяснял про ведьмака? Нет, я тебе объяснил. Нет пизды, ты это написал? Нет. Блядь, у тебя нет пизды, все, поздравляю, блядь. У меня нет. А, все, как бы, можно ответ услышать, ребят? Да, давай, ответ эскейпича. Нет. Пизды. Понял. Хорош! Морской половой орган. Блядь, руина! Тебе же показывали лодочку. Тебе лодочку показывали. Блядь, Гром, ну без полового женского это хуже, чем Кавай. Нет, смотрите, я подумал, что типа нет пизды, значит есть что-то другое. Там... Я хотел член написать, но написал аккуратно. Если там написано без полового женского органа, там не вошло. Да похеру, ты понимаешь, что... А как я тебе объясню, почему они не подружат? Подождите, стойте, вопрос к ведущему. Можно правильный ответ озвучить? Вообще, правильный ответ... Портал. А-а-а. Потому что Гледос из портала, Геральт не переносит портал. Не любит портал. Мне кажется, я смешно. Это сложно, то да? То есть Размик не угадал свой канал. И это да. Угадал свою фишку, да? Это был портал, вопрос, блядь, еще к тематике эскейпа. Из портала, да? Да. Ребят, впервые в этом шоу я зафейлил понимание вопроса. Я вот из-за этого и эскейпу задал этот вопрос. Вдруг додумается, но... Но. Ребят, это был. Оказалось, ответ без пизды. Удачи. Теперь мы без пизды. Удачи, да. И теперь мы все без Очевидно пизды. Очевидно было, что ведущий не стал бы загадывать на шоу такое, ну, без пизды, блядь. Ну это бред. То есть он изначально не понял. Да ты что, понял. Серьезно? Да. А я подумал, что это отличная причина им не подружиться, блядь. Ты не, так-то по факту, ведьмака? По факту. Я играл. Я бы не играл ни в одного ведьмака. У Гледос нет пизды, все, он там не трахнет. Гледос я вспомнил, это из первой части Портала злодейка. И второй дружная картошка. Да, я согласен. Если бы все написали без пизды, я бы даже принял этот ответ. Потому что ответ, ну, ладно, подходит. Остался только Гром, чтобы зафейдил. А Кавай руина, блядь. Он просто пытается объяснить, что не руина. Нет, на руина. Что ты на меня наезжаешь? А что ты на меня наезжаешь? А, я должен зафейлить. Все. Без проблем, Ирвин. Сейчас заруиню. Ты хуёво понял, блядь. Что? Вот это мужской половой орган, блядь. Иди в мужской половой орган. Я решил, что так. Все, ребят, у нас минутка тембилизма. Билдинга прошла, все, ребят, да. Кавай, я как будто на рынок пришел торговаться. А чем арбузы? Давай по 15, давай по 13, да, брат? У меня есть кусочек бананчика, возьмешь? Недорого. Ух. Там на кусочек. Ой. Вот так вот получается. Продать? У меня вопрос. Еще три вопроса. Отлично. Без негатива вообще. Легкий, конечно, легкий. Можно давай средний, там есть простенький еще один вопросик из среднего. Простенький, блядь, без пизды простенький. Ну давай, хорошо. Или Громыча оставишь? Громыч, ты как? Вообще Гром хорошо объяснял. Можешь сложное ставить. Я буду рофлить над вами. Давай легкий тогда, давай легкий. Я на руине, на сложном. Мы так погнали. Все, снимаем. Да.
Снимаем наушники, он говорит нам, да? Походу. Погнали. Ёбана... Ну, хуй его знает. Волосы чешутся. А, ну ладно. Он думает, да? А. Так. Ну, игрок. Игрок или игра? Игрок. Ага, Ирвин. Не знает, во что поиграть. Не понимает. Подкаст Ирвина. Ага. Геймпад. Геймпад. Ага. Монитор. Клавиатура. Монитор. Играет клавиатура. В мониторе. Что-то смотрит. Сенсор. На мониторе. Монитор. Прокачал уровень. А ты распределил. По игре. А. Таблица рекордов. Лицо такое злое. Я не понимаю, что он объясняет. Таблица рекордов каких-то. Короче, распределил статы, стал сильнее. Самая крутая игра. Самая. Самое где? Ясь, одно говорит. Слово или несколько? Говорит, ясь. Выбирает, что поиграть. Самая, блядь, большая, нахуй, среди, блядь, всего Твича. Твич. Прокачал Твич, блядь, уровень. Никак не показать. Твич. Твич. Прокачал Твич. Уровень. Твич. Он говорит? Твич. Бич? Твич. Чё, чё, чё? Твич. Твич. Подожди, он говорит Твич, по-моему, да? Твич. Твич. А, Твич. Твич, он говорит, да? Твич. По-моему, по губам. Твич? Игрок. Сильный Твич, игрок. Твич. Самый большой. Жизни. Твич. Больше хп. Больше жизни, да? Полная пизда, говорит. Твич? Категория Твича? Твич? Самая, блядь, большая игра. Самая, блядь. Он говорит игра. Он говорит игра. Самая популярная игра. Самая, блядь, большая игра среди вот этих всех игр, блядь. Больше жизни там полная. Что? Что? А какая самая популярная игра на Твиче? Подожди. Что-то я не пойму. Что это? В жизни! Какая больше? Я ебу, блядь, какая больше. А я знаю. Самая большая игра. Ты не знаю. Ну, типа, много чего-то сильно. В жизни, короче, пишу там. В жизни. Подожди, так, подожди, стой. Так. Я не знаю. Я кажется, догадался, с чем это связано. Я отвечу так. Но я не знаю, что это. Я готов знаю, быть руиной, я понять. Просто сразу скажу. Я правда не знаю. Можно надевать наушники уже? Да, 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 можно. Да, можно. Что можно? А, я спрашивал точно. Да, да. Ты спрашиваешь без наушников, брат. Топ. Блин, я, короче, вроде понял, что ты имел в виду. Я прочитал по губам игра, прочитал по губам Twitch. Но да, я понял, как понял, Twitch. Но я не знаю правильного ответа. Что-то, и он показывал еще что-то большое, то есть популярный стример, самый крупный, или что я это я сначала было? Подумал, что популярный стример, не... но потом он, смотри, потом он говорил, что-то типа крутая вот, игра, он, что-то такое. Он играл, смотри, когда он показал, типа, вот игра и чемпион, я думал, что это, короче, таблица, знаешь, каких-то рекордов в игре. А потом он, типа, Twitch сказал. Вот что-то, короче, с Twitch'ом должно я быть. Я подумал, что самый знаю. Популярный стример на Twitch'е. Я не ебу, я без понятия. А потом он сказал игра. Ребят. И потом я подумал, что это, вот, наверное, самая, типа, надо, популярная наверное, игра на Twitch'е, что ли? Вот, я вот подумал так. Ну, близко, да, близко. Ага. Ну, вы были близко, но вы сейчас увидите мой ответ, и там вообще Гром. Гром, Ирвин, пишите ответы. Ой, блядь, я хуй знает. Блин, реально, Ирвин, ты не знаешь? Ну, я догадываюсь, но... Ну, хуй знает. Там сейчас какой-нибудь ответ будет Will of Games, да? Не-не-не. Ну, там, я так понял, что должна быть... Я, кажется, понял. Нет, сейчас надо просраться Хавай, потому что сейчас его очередь. Так. Только я не знаю, я не знаю ответа правильного. Вот, я тоже понял, не знаю, вопрос. Я тоже так, не знаю. Давайте посмотрим. Думал. Посмотрим ответ эскейпа. Жизни. Жизнь, чего? Да. Жизни. Чего? Я просто вижу, он там открыл немножко, короче. А, играет, то есть, подожди, то есть эскейп отвечает первые 20 секунд жизни больше. Показывания, да? А дальше ему похуй абсолютно. А дальше похуй, да. Понял. В смысле, я по губам читал, но там нихера не понятно. Так, я прочитал я, жизни. Я, кажется, понял сейчас, что Twitch. Это было. Это... Я говорил Twitch. Нет, Twitch понятно. Жизни. Нет, так, ответ Ковайч. А ты можешь просто сказать Twitch без почему вот этих... Почему мой, а почему не... А, Ирвина пропускаем. Twitch, вот так понятно. Да нихуя тебе непонятно было бы, блядь. Поей понятно, блядь. Ну, точно. Ковай, блядь. Может быть, КС человек работает. Я не уверен, что мой ответ... У меня три категории, типа КС, Валорант или Лига. Вот, типа, ну вот я тоже думал, что Вол. Я потому что ХЗ. Оп. Нет, ребята, это Майнкрафт. И вопрос был... Ирвин? Игра с самым высоким пиковым онлайном на Твиче.
Ебать, откуда мы должны это знать, ведущий? Там это известно. Мы это знаем, некоторые из нас. Ну, а кто не знает? Я не знаю. Да, не знаете? Escape. Ребят, это либо Майнкрафт, либо Лига Легенд. Это Лига Легенд. Это Лига Легенд, да. Лига Легенд. Это во всех новостях. Как я это должен был знать? Ну, Лола сам. Я думаю, ты новостях новости читаешь? Нет, конечно. Нахуй, типа недавно было сказано. Он из дома-то не выходит, какие новости. Я, блядь, в магазин-то не хожу, я заказываю продукты на дом. Ну, про портал ты тоже не знал, но видишь? Ребят, чтобы вы понимали, он даже елку до сих пор не убрал. Да. К Новому году готовится человек. Да уже скоро Новый год. Скоро наряжать, я буду на стриме. Так она уже наряжена, зачем? Нет, она... Так, кстати... Она разряжена, я понял. В громком вопросе часто... ругаются сами участники на то, что когда говорите вот четко, прям так лол, типа вообще непонятно. Если ты просто говоришь лол, то тогда не, понятнее. Надо непринужденно не говорить. Вот когда я был уверен, что это лол. Твич. Ну, Ирвин, ребят, можете предполагать. А можно вот предложить, да, сразу, вот как делаем мы некоторые, да, не описывать вопрос, потому что это не надо на самом-то деле, а вот сразу сказать Лига Легенд, например, вот если ты понял ответ и сразу уверен в нем. Вот как я говорил, без пизды был уверен на 100%. Так он сам не знал, да. Понимаешь? Он же не знал ответа правильного. Вот, ну, хотя бы примерно уверен. Смотрите, давай уж смотрите, еще раз, у вас 2 минуты, если да. Вы даже не уверены в ответе, то лучше его даже написать. Написать. Потому что весь вопрос объяснять тяжело. Погоди, вопрос написать или ну, ответ проще дать? Да, да, да. Вопрос написать вообще забей. Как бы я вам показал Геральда из Риви, а? Кого я вообще не знаю, кто это. Косплей. Конечно, ну, давай я сейчас... Шрам, волк, ау, типа. Я, допустим, когда спидран показывал, я именно вопрос показывал. То есть, вот, как называют прохождение компьютерной игры на наименьший промежуток времени. То есть... Три тёлочки типа, рядом, чпекаешь. Ну или я просто слишком тупой. Ну чё, ребят, подожди, сейчас самое интересное. Так, ну чё, кавай сюда. А можно ему самый сложный? Руина номер 2 пошла. Не-не-не, для него есть... Для него есть самый простой вопрос. Вот самый-самый простой вопрос, так что давайте. Да я и не объясню все равно, я не умею. А что ты сыпуешь? Давай, нормально. Все, давайте, снимаю наушники и башим. Самый простой вопрос, говорят. Ну, блядь, давай проверим, как я умею на простые вопросы. Материться, смотри, сразу видно. Так, окей, это простой вопрос. Говорит, легко. Ты. Кавай. Так, ну, связано с каваем. Ты стример. Кавай, я понял. Кавай. Кавай. Я понял, да. Что, да. Объяснить Кавай. Себя? Объяснить ага. Кавай for you, да? Стример. Ну, как стример. Все? Типа кавай? Ты кавай for you, да? Все, стример. Тебя объяснить. Стример, кавай for you, я понял. Кавай. Блядь, трусы запалил. Стример, не понял. Рот, а, кавай. For... Я трусы запалил, типа, я надеюсь, не забанить типа твой канал, извиняюсь. Типа ты? Стример. Вот стример. Он, ребят, вот он, типа вот, он? Вот он, да, Kawaii он, он, ты да, он, просто стример. Напишите Kawaii for you, блядь. И все? Стример. И все? Просто Kawaii for you, и все, прикинь? Ну ладно. Прикинь, давай, это все, напишу. Братан. Мерч, может. Сука. Или стример? Геральт, почему не можешь быть с Гладос, блядь, стример. И объяснить Kawaii нахуй? Пруня, что ты охуел, блядь. Нахуй, блин, он что-то орет там. Что? Блин, так смешно. Ну, я так понял, что это он. А Кавай напишите, вы за ним. Реально, вот, блядь. И все. Вот. Кавай for you, блядь. Тёлка. Бупс. Типа Кавай. Ну, типа, вот тёлка. Он. Тёлка. Он. Да! Кавай. Просто Кавай. Да, просто напишите, когда вы, блядь, его. Просто он. Вот, блядь, просто возьми нахуй. Кавай. Блядь, в ответ его. Кавай. Вот он. Возьми его. Кавай. Погоди, не вот этого вот ведущего, а вот его вот там вот который. Ведущий тоже хороший. Возможно, меня ведущий забанит. Вот его возьми. Блядь, наверное, так нельзя. Ребят. Какие трусы? Кавай. Кавай. Ну, блядь, он уже показал. Подожди. Что? Просто напишите. Кавай for you. Кавай for you. Представляешь, просто как его зовут? Блядь, Громыч, иди ты нахуй, серьезно. Все, Кавай for you. Ты же все угадал, просто издеваешься. Все, да, ты понял? Кавай. Алло. Я открыл чат специально, чтобы ответить уже. Ведущий, ты меня слышишь? Алло. Так, что там, еще 10 секунд? Я сейчас открыл чат, потому что я ответ написал. Нет, а я буду ржать, мне господин ведущий. Да, я понимаю, что это не он. Он. Ну иди ты. Кавай for you. Ну, по-моему, это элементарно было. Товарищ ведущий, у меня вопрос. А я имею право читать чат, когда я уже ответ написал? Я думал, я могу. Ну, в принципе, можно, если ты уверен. Я ответ дал, и я читаю чат потом. Хорошо. Что там? Там просто было Kawaii for you? Kawaii for you. Да.
А вы что, я не знаю, а что вы ответили? Так, может, давайте, если ты давайте ответы, ответы. Я тебя сейчас уебу. Давайте, быстренько ответы, сейчас смотрите. Вы сейчас, совсем, ребята? Сейчас самый рофл будет. Я не наказывал. Во, погоди. Смотрите, это вот это самый рофл, смотрите. Какие ответы, блядь. И он сам ответил неправильно, блядь? Он сам ответил неправильно? Это не важно, вы неправильно ответили. Так, давай, давай. Как вы думаете, что он объяснял? Что он объяснял, как вы думаете? Я Кирилл знаю, Андреевич, блядь. Кавай, типа Миуи, да? Он просто... Стример на Твиче, да? Он просто Кавай объяснял? Я хуй его знаю. Он объяснял стримера на Твиче, да? Стример объяснял? Она да ходит, ладно, ладно, вот она. Он на себя вот показывал оно. И показывал Кавай, блядь. Блядь, сука. Забайтили, забайтили. Забайтили. Ты не понял, это была интрига до самого конца. До конца, потому что... Красавчики! Красавчики. Отвечаю, блядь, собью на каждый кат. Кто правильно ответил, это правил даже не знаю. Поэтому иди ты в задницу. Какой вопрос был, Кавай? Все должны написать название твоего канала. Во, самый простой вопрос. Я сначала подумал, что надо канал Фруни написать, но я потом вроде догадался. Да-да-да. Так оно засчитывается это? Да-да-да, все засчитывается, засчитывается. Конечно, если ты считаете, я не просто больше нашел, алло. Почти заруинил. Почти заруинил. Все, засчитывается. Почти, блядь, да, написал бы стример, блядь. Мы бы уже по всей толпой выехали бы. Не, ну по факту вообще... Нет, а я специально, правда, трусы запомнил. На английском показывал именно надпись. Именно надпись на майке. А так, кстати, так нельзя, походу, было. Ну, бля, эскейп, давай не смотри ведущий. Так на меня. Вообще, по факту, в громком вопросе... Фрунь. Да-да-да. Это самый легкий, который ты можешь придумать. Да, самый легкий. Самый легкий. А у меня тогда какой был? Самый средний? Ой, как, блядь, Фантом Либерти. Ну, как по мне... Нет, да дело не Фантом Либерти. Без пизды, блядь. Портал, нахуй, говорит. Не, ну слушай, это стиматика твоего канала. Стиматично, кстати, да. Без пизды не моего канала, брат. Бля, надо было ответ арбуз писать, да? Не знаю. Шашлык. Смотри, арбуз. Ладно, ладно, сейчас погодите. Сейчас будет мой фейл, не переживайте. Не переживайте, сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Гром, давай, самый сложный. Давай, почти. Сколько осталось вопросов? Последний вопрос. Последний сложный остался. Стоп, а ты же говорил 8 вопросов. Так это и был 8. Сейчас 8 будет у Грома. Мы зафейлили 7 из 9. Если что, у меня есть еще сложные вопросы, можно их поотвечать. Но я думаю, все устали, думаю, нормально. Не, я бы еще похорал похерачил. Всю ночь. Я не понимаю вообще ничего пока до сих пор. Так. Можно ли показать? Я правильно показал. Можно это было сделать так? Да-да-да, можно. Если у тебя прям вот совсем рядом есть, то окей. А, окей, хорошо, я вот так буду делать тогда. Я звоню кому-то. Алло, Кавай? Охуенно объясняет, брат. Спасибо, брат. Так, ну что, готовы? Я единственный, который, кстати, да. Правильно... Еще и роллы есть. Приятно тебе аппетита. Вообще не надо тут мне. Так, давай, Ковач, последний вопрос. Снимаем наушники. Сейчас, секунду. Тебе приятного аппетита? Угу. Так, что, запускаю, да? Да. Блин, сейчас закрою. Да что нафиг этот вопрос? Да как? Так. Блять, как бы. Я по лицу Грома вижу, блять. Как бы выйти из этой комнаты? Ага, подтягиваться хочешь. Блин. Круг, в один круг. Круг. Что бы показать такое? Скайрим. Скайрим. Экзамен. Звезда, во, звезда. Звезду знаете? Звезда. Звезда. Космос. Над космос, нами. Наверху, блядь. Над нами бог. Объясните, я не знаю. Тот Говард, блядь. Как это объяснить, блядь, говорит? Звезда. На Луне прыгает. Блин. А он сам, походу, не знает ответ. Ну, слово, блядь, я читаю легко. Можно было это загадать? Мы бы выиграли. Что за вопрос такой, блин? Ёбаный вопрос, Фрунзе. Он сам не знает ответ, я понял, он не может показать. Космос. 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 Да, да, космос. Да. Игра про космос. Игра в космосе. Игра про космос. Игра в космосе. Что боши. Да, игра про космос. Да, забраться на гору, Селеста. Как Скайрим. Скайрим в космосе. Скайрим. Что? Компьютер? Этот, как его? Скайрим в космосе. Старфилд. Старфилд.
Starfield. В космосе, в космосе. Starfield. В космосе. Блядь, на кого я смотреть вообще бесплатно? Игра в космосе. Skyrim. Блять, я не знаю, Mass Effect. Webcam. Starfield. Skyrim. Skyrim в космосе. Skyrim в космосе. Starfield. Я не Starfield. Понимаю. Я не понимаю. Космос. Они не поймут, космос, космос, космос. Космос. Starfield. Космос. Mass Effect. Starfield. Игра. Starfield. Играть наверху. Еще была игра про космос. Next level play. Skyrim. Я не знаю, как им Skyrim показать. Хоть на пятку задирай и стрелу показывай, блин. Играть ногами, блин. Я не знаю, блин. Игра полная, правда. Вебкамщик. Тобой. Ну, я правда если, не знаю, блядь. Ну, я, если это то, что я думаю, то он это легко объяснился. Это очень тяжело объяснить. Гром, я не знаю, как вам это объяснить. Гром, а я так понимаю, ты показывал какую-то игру про космос, про, или про небо, да? Что-то такое. Да, он Sky, что ли? Я написал рандомную игру про небо, но самую, которая последняя вышла. Не буду говорить, что какая, но мы все поняли, мне кажется, да? Ну да, я это, думал, конечно, это да. Я думал, это типа, может, Mass Effect или XCOM нет, какой-то. Ну, а как нет, вы должны угадать рандомную игру, блядь, про космос? Охуеть. Не-не-не, ну, он довольно что сказал. Он сказал, эти, это, Skyrim в космосе, Skyrim в космосе. Да, я сказал Skyrim, и типа, я долго думал, ты что, как чё, космос, блядь, как гений, космос что, показывает. Как вы это делаете? Я не умею читать по губам. Ну, типа, Skyrim. Я космос, вот так я понял, типа, небо, космос, я Skyrim в космосе. Потом он еще ага. Говорит, а откуда? Mm-hmm. Ты мог показать, там лошадь скачет, что-нибудь, игра про да лошадь? Да не, блин, я вот понял. Про лошадь, ты их миллион игр, блин. Видимо, Гром, Гром, того. Гром. По губам. Я не умею по губам читать. Что, что, что? Что, читай по губам, давайте. Давай, давай, давай. Делаем. Гром, давай. Я услышал давай. Вообще не это, по губам. Да, правильно. Смотрите, ответ на пойти вверх, я думал, ты там что-то... Свет настраиваешь, блядь, не знаю, монтажер, монтер какой-то, электромонтер, свет вешаешь. Я игру показывал, ну ладно, я игру показывал. Потом начинаю считать по губам, ну я вижу, веб-кам, я такой, да ну нет, потом еще раз, веб-кам. Да-да-да. И веб-камщик. Твою ты, блядь, налево, какой нахуй... Старфилд, Старфилд, Старфилд. Вебкамщик, эскейп, гений. Вебкамщица наша. И потом губами. Я такой сижу сначала и говорю, космос, космос, пока такой, космос. И Ирвин такой, да, типа космос. Я вижу, что он космос, типа наверху космос. Я такой, да. А потом такой говорю, Skyrim. Гром, я вот сначала подумал, вот там, я такой, хорошо. Skyrim очень тяжело, я не знал, как объяснить. Я уже начал ногу там задирать, чтобы это, короче, пятку. Стрела в колено, типа. Поняли. Колено, да. Колено. Я бы написал стрела в колено, братан. Короче, забей, я тут заруинил, окей. Ох. Ну чё, короче, один правильный ответ? Вопросы пизда сложные, скажу вопросы честно. Вопросы пизда, ну, Фруня, да, реально сложные. Впереди. Прям вообще сложные? Вопросы вообще пизда. Смотри, Фруня, сложность, если бы мы могли коллективно обсуждать, как в крокодиле. Крокодил-то тоже сложный, по сути. Он нет, тут, нет, смотри. Тут фишка в том, что мы не слышим ни хера. Тут, во-первых, половина из нас не знает, например, что такое, там, условно, Skyrim или Phantom Liberty. Я не знаю, кто такой Геральт, например. То есть тут надо вопросы подбирать, естественно, правильнее. Ну, тут не угадаешь, что же. Ответ портал, ты же знаешь, что такое портал? Портал, знаю, я играл в первый и второй. Ну ты вопрос бы попроще задал. Типа, ну, коварь, ты бы... прямо сказал, ну, подожди, опиши ты бы... свое название смотри. Канала мне. А почему Геральт не может подружиться с этой хуйней? Смотри, эскейп должен... Смотри, какая логика. Эскейп должен был знать ответ на этот вопрос. Он не узнал, из-за этого проблемы возникли. Ну да. Тупо, если вот из-за бы, этого. Окей, Ирвин, если допустим, бы... если бы знал бы про лол. Если бы он сказал, что Лол знает ответ, он бы легко объяснил бы Лол вам. Согласны? Нет! А что нет? Ирвин, ты бы легко объяснил Лол. 5 на 5, типа, я играю 5 на 5. Потому что, смотрите, вот... Я не запутаюсь, хуям. Вот вам аналогия со спидраном, то есть аналогия. То есть я показал, как бы, те, кто занимается спидраном или челленджем каким-то, они поняли, что это спидран. А эскейп, вот. А эскейп. Не, я слабое звено. Извините, эскейп вебкамщица. Ну давайте пройдемся. Вот, название твоего канала, это был нормальный вопрос. Маскот канала Громстер, считаю, тоже легкий тоже вопрос. Нормальный легкий вопрос. Пиковый онлайн на Твиче, но это, мне кажется, средний все-таки вопрос, да? Потому что многие не знают. Тут понимаешь, угадать надо. Просто не угадаешь, да, тут не угадаешь. То есть у тебя есть два варианта, это Лол и КС, по факту.
Дота никогда не было настолько популярным, как Дота. Дота нет. КС-очка, Valorant, возможно, когда-то. Не, Valorant нет, нет, Valorant не был никогда, даже близко. League of Legends и КС, но League of Legends я забыл вообще. Эвен победил по покеру, но это сложный вопрос оказался, потому что будешь объяснить, наверное, тяжело. Вот самый вопрос, где я ответил, управление Big Gamepad, да? Это просто не все знают, нет, проблема в это этом. Это ты спидран показал, управление Big Gamepad. Так, да? Спидран, а да, спидран, мне кажется, тоже, это простой вопрос. Я считаю, что это легкий вопрос, он в нашей, как бы, стилистике, мы это должны знать. А, я жизни сказал. Но не у вип-камщицы. Скайрим в космосе, простой, нет? Ну, блин, Скайрим... Ну, средний. No Man's Sky. Я мог написать любую игру, я мог написать средний, да. Mass Effect. Потом, я объясню, космос как бы легко показать, там легко можно показать, звезду, ну там звезду, например, показать, это да, надо обрисовать. Планета как планета и наверху, типа, показать. И ну все, да, планеты. Да, да, типа планеты, я вот говорю, космос, типа, наверху. А вот Skyrim тяжело вот показать. Ну, а просто название что... Starfield. А просто читается? Сказать Starfield, нет? Starfield, я думаю, его не все поймут, опять же. Ну, типа, показать космос, типа, потом говорить Starfield. Об этом говне, извини меня, геймдева, говорили. Такой вариант, да, возможно. Просто, например, видишь, у Кавая на воде, типа, покажи коня. А если бы я показал коня, ну, кто-то бы мог подумать РДР. Да? Кто-то мог мне бы нравится, подумать РДР. Мне нравится, знаете что, когда вот кто-то кому-то объясняет, всегда вот что-то, либо я что-то понимаю, либо Ирвин, и Кавай сидит такой в последние 30 секунд, я показываю. Ну, я думаю, потому что, естественно, я размышляю, блядь. Я что, не имею права? Ну, загрузи. Он просто закрывается, блядь, и не смотрит, нахуй, что ему показывают. Я думаю, потому что. Нахер ты думаешь, смотри, блядь. Я увидел все, что мне надо. Я думаю, сижу. Я ищу у себя в голове правильный ответ. Я, бать, у меня, между прочим, знаешь, сколько там мыслей? Я чертоги разума. Чертоги разума открываю. Да, я. Там, где 10 каваев сидят за круглым столом и обсуждают, что же это могло быть. Вот это претензия, конечно. Я, говорит, не смотрю. Я сейчас подглядываю в дырочку. Вообще-то смотреть. Куда ты подглядываешь, блин? Куда? Что ты вот так подглядываешь, блядь? Так, ну чё? Всем спасибо за участие. Как вам шоу вообще? Расскажите. Пока. Великолепно. Мне очень понравилось. Я бы еще поучаствовал с удовольствием. Мне вообще не понравилось, я нихуя ничего не понял. Ну, его мы с собой не возьмем. Мне понравилось, что я всегда хотел. Вот этого минусом. Я просто не умею играть в крокодилы. Про Фруню или про кого? Крокодилы, для меня это адский ад. Но было весело. Ирвин? Над вопросами надо подумать, потому что вопросы, конечно... Жо! Вопросы, да? То есть уровня легкого лучше, да? Нужно ли намного проще, иначе вообще хуй ты что угадает. Я просто пытался с какой-то подковыркой вопроса, а не просто типа... Для начала не стоит вообще подковырок, блядь. Слушай, ладно, хули ты у нас спрашиваешь? На нас насрать, у зрителей. Они все сказали, изи вопросы, норм вопросы, это вы просто... Они всегда так будут писать. Я бы посмотрел, как они поучаствовали бы сами. У тебя будет такая же рубрика? Кто там пусть охуёвывается? Ну-ка скажи, кто там? Кто получает две сапки? Так, давайте я вам по одной сапочке раздам. Нормально? Хотя бы так. Нормально. Чисто так, по приколу. Мы же гадали один раз, это две сапки. Да, две сапки, не каждому, в смысле, две сапки вообще. А почему по одной тогда? Ну, я от себя решил. Даже четыре получаю. А, ну, от себя, да, окей. Ну, хотите, можете распределить две сапки, но я считаю, что надо каждому по одному, потому что вы молодцы. Я бы Громстеру отдал свою сапку, если честно. Зачем? Да просто хочется, братья. Миром правит дружба же. Чисто, брат, держи подарок. Держи подарок, а ясно. Опять на рынке торгуем. Слышь, акцент. Ну вообще, да? Громстер единственный, кто не заложил, если так по факту. Где взял вообще? Да ну нет, тяжеловато было. Я вот со Старфилдом меня, конечно, тут прям зацепили. Ну, ты все угадали. Я знал и все угадал. Ребят, самый первый вопрос, я считаю, я затащил. Там просто вы не отгадали. Не, ну красиво бы. Первый, конечно. Я бы тебе сапки отдал, но себе заберу. Надо себе взять. Мою сапку, пожалуйста, Громстеру передайте. Хорошо, так. Ну, эскейп еще от меня точно сапочка за без пизды, это прям как самый топ. Как же сиську свою гладит, блядь, ведущий этот уже, блядь, всю шоу сидит. Давай, вот да я не могу просто. Как ему понравилось, ребята, как ему зашло. Так, все, вы вообще огонь, парни. Спасибо вам большое за участие. Так, Гром, ты сейчас будешь подрубать, да? Да, я сейчас вот прям буквально 5 минуточек. Тогда я минут 10-15 поболтаю с чатиком и закину тебе рейд. Да, спасибо. Давайте. До встречи. Пока, чат. Давайте. Пока, когда тимбилдинг, чтобы это... Тимбилдинг, нам надо вместе выпить. Вот понимаешь, мы с Каваем друг друга понимаем, потому что это самое. Потому что мы бухали дважды уже. А, Найс, а я вообще не пью.
Ну, твои проблемы. Ну, ты с лимонадом. Ты с лимонадом. Дай слушать, что вы думаете. Это у тебя бег, геймпад, игрок. Бег, геймпад. Если бы выпил, ты бы все понял с нами, да? Конечно, надо играть под градусом просто. Вот так, чувствую, вас надо остановить, да? Силы. Давайте. Зачем? Нас наоборот надо оставить. Все, давайте.